центральном районе в этом году отремонтируют 44 фасада. На 13 объектах уже начались работы. Их лично проверил председатель жилищного комитета Валерий Шиян. В этом году фонд капитального ремонта провел конкурс раньше, чем в прошлом, поэтому многие подрядчики уже заключили контракты, получили авансы и начали подготовительный этап. Сейчас они оформляют оставшиеся разрешительные документы, ставят леса, отбивают слабо держащуюся штукатурку. Основные ремонтные работы начнутся в середине мая. Что касается самих подрядчиков, то их власти выбирали особенно тщательно. Те подрядные организации, которые в прошлый год показали, скажем так, отставание, или брак, нарушение сроков. Те подрядчики, которые ссорились с жителями, они у нас в этом году не участвуют. Валерий Шиян посоветовал всем подрядчикам уже сейчас наладить отношения с председателями советов домов и знакомить жителей с результатами каждого этапа работ. Всего в городе в этом году отремонтируют 263 фасада. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Что касается центрального района, то здесь цифра увеличилась на 6 объектов.